приехала сегодня в Кабардинку, хочу показать вам просто, что тут творится. Здесь просто жесть, сколько народа. Здесь коллапс на пляже, сейчас я все покажу. Я пришла на центральный пляж. Как мы видим, воздух 30 градусов, температура воздуха и температура воды 24 градуса. Слушайте, здесь столько народу. Я просто в шоке, если честно, потому что я на самом деле думала, что здесь чуть меньше народу. Посмотрите просто количество людей. Вот когда вы приезжаете в Кабардинку, вы встречаетесь именно с этим. Вода офигенская, вода чистая, потому что тут открытое море. Но вот когда вот так вот много народу, я уже просто не люблю, я не знаю. Посмотрите, что происходит здесь. Охренеть. У меня нет просто других слов. Это просто... Посмотрите, сколько народу! Ну, я, конечно, удивлена таким количеством людей на самом деле. Потому что, судя по Геленджику, я думаю, что, видимо, все уехали сюда, а не в Геленджик. И что, в наш Геленджик никто не хочет ехать, что ли? Что-то я не поняла. Посмотрите, сколько в море народу. Да уж. Ё-моё. Не, на самом деле очень радует, что Кабардинка пользуется популярностью. Смотрите, сколько людей в воде. Я не знаю, кто говорит о чистоте воды, когда, даже если это открытое море. Вот вы сами посмотрите. Открытое море. Посмотрите, сколько людей тут. Вот как вы считаете, чистая тут вода или нет? Ну, сейчас немного штормит, поэтому есть небольшие волны, поднимается ил, поэтому она такая цветом мутная. А вообще тут очень даже чистенькая вода. Офигеть, я в шоке, если честно. Я не была ехать сюда готова к такому количеству людей. Я думала, ну, наверное, так же, как у нас в Геленджике. О, боже мой. Они что? Это у нас считается центральный пляж Кабардинки. Как я вижу, на других пляжах такое же количество людей. Здесь центральный пляж Галька. Я не знаю, по-моему, тут даже нет песчаных пляжей. Я бы очень хотела сейчас пройти бы вот на тот пляж. Но чувствую, что... Хотя нет, я думаю, что я смогу. И я, наверное, это сделаю все-таки. Очень много людей. Очень много людей. И гуляющих не так много, как загорающих и плавающих в море сейчас. Пляж называется Дружных. Представляете? Пляж Дружных. Все дружно вместе, замечательно отдыхаем тут. Тут уже есть навесы с шезлонгами, просто шезлонги. Но там тоже есть навесы с шезлонгами, там просто немножко они другие. Смотрите, вот это место все огорожено. Я так предполагаю, что здесь детские лагеря, и это их личная зона. Они приходят сюда, когда их водят на купание в некоторые часы. Они приходят сюда, и здесь отдыхающих обычных сюда не пускают, в эти зоны. То есть две разные зоны, вот я смотрю, может быть, два разных лагеря. Вот. Ну, я думаю, что сейчас все ясно, обзор пляжа для вас, я надеюсь, что понравился. Здесь чуть меньше народу, мне кажется, чем там. Там-то вообще просто ажиотаж, там просто ажиотаж, я не знаю, там столько людей. Здесь еще будут морские экскурсии. Вон, я смотрю, стоят лодки, уже продаются билеты. В общем, Кабардинка полностью уже функционирует для отдыхающих. Ребят, обязательно приезжайте сюда. Тут открытое чистое море. Ну, чистое. Сегодня что-то, ну, не чистое. Ну, потому что штормит. А так обычно кристально чистая вода. Ну, открытое море, омывание быстрее происходит. Всякие различные вирусные там инфекции, они здесь, я думаю, меньше гораздо, чем... в тех местах, где вода застаивается, так сказать. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно улыбайтесь. И всего хорошего, пока!